Мої вітання глядачам телеканалу ЗЕТ. Як завжди, о цій порі в прямому ефірі програма «Здоров'я». Я її ведуча Анна Миронова, і ми починаємо. Головокружіння та нестійкість. Актуальні поради лікаря. Ось така тема нашої найближчої розмови на півгодини. Тож, як завжди, шановні глядачі, чекаємо на ваші запитання. Номери телефонів ви періодично бачите на своїх телеекранах. Ну, а я нагадую, що ви можете нам як дзвонити, так і писати свої повідомлення. І представляю нашого сьогоднішнього гостя. Це невропатолог, вертебролог, мануальний терапевт Валерій Євдокимов. Доброго вечора. Добрий вечір. Ми вже вкотре зустрічаємось з вами в цій студії, і, власне, щоразу такі теми досить актуальні, і сьогодні не виключення, бо головокружіння – це одна із найчастіших тем, з якими звертається саме до невропатолога. Тож розкажіть, будь ласка, що це таке і які існують види? Головокружение действительно является второй по частоте встречаемости жалоб на приеме у доктора-невропатолога после головных болей. Да? Это самая важная, ну, самая частая причина. Что такое головокружение? Прежде всего, нужно понимать, что головокружение бывает настоящее и ненастоящее. И в зависимости от этого возникает понимание сущности головокружения. Вот настоящее или истинное головокружение – это такое явление, когда человек чувствует иллюзию вращения. Да? То есть, либо что-то вращается, вращается вокруг человека, либо сам человек вращается вокруг чего-то. Многие пациенты описывают это как центрифугу, как на карусели. И такие головокружения сопровождаются такими интенсивными вегетативными проявлениями, как тошнота и рвота. Это вот настоящее истинное головокружение, либо по-другому называется еще системное. Чаще всего причиной такого головокружения могут быть различные заболевания, такие как вестибулярный нейронит, инсульт, допустим, рассеянный склероз, травма головы, позиционное головокружение и многие другие. И это связано с тем, что вестибулярный анализатор, который находится во внутреннем ухе, он отвечает за чувство равновесия. Это как бы один из источников чувства равновесия. И вот поражение самого вестибулярного анализатора дает вот это настоящее истинное головокружение. Угу. Бывает и несистемное головокружение, как бы ненастоящее. Чаще всего наши пациенты понимают под этим совершенно разные жалобы. Это может быть чувство дурноты, это может быть какая-то неустойчивость при ходьбе, шаткость, предупреждение, обморочное состояние, даже какую-то тревогу и панику наши пациенты понимают как головокружение. Угу. Поэтому они считают, что называют это головокружением. В зависимости от этого уже и существуют подходы к лечению и понимание сущности процессов. Поэтому важно всегда, когда пациент придет на прием, разобраться, вот какое это головокружение, истинное, системное или ненастоящее, несистемное. А какое головокружение встречается наичастейше и что с ним делать? Чаще всего головокружение бывает, вот было исследование немецкого центра вестибулогии, и они показали, что, да и в принципе любой вам невропатолог на приеме скажет, что самым частым головокружением является позиционное головокружение, которое связано с поворотом головы. Как устроен наш вестибулярный анализатор? Да, тут можно несколько слов сказать, что во внутреннем ухе находится вестибулярный аппарат. Он состоит из преддверия и полукружных каналов. Вот если помните, в школе мы такая улитка была, вот примерно такие полукружные, их три полукружных канала. И вот эти полукружные каналы и преддверия заполнены жидкостью, эндолимфой. И в этих каналах находятся такие ворсинки, волосочки. И вот когда мы поворачиваем голову в разные стороны, происходит переток лимфы то в одну сторону, то в другую. И на волоски эти воспринимают это головокружение, то есть это движение этой эндолимфы. И наш мозг воспринимает по вестибулярным нервам эту информацию как какие-то повороты или угловые ускорения. В преддверии, это такая тоже ампула этого нашего вестибулярного анализатора, есть отолитовые мембраны. И вот такие микрокристаллы соли, гидрокарбонат кальция. И что происходит в этой ситуации? Бывает, может быть, травма, может быть, дегенерация, возрастные изменения. И эти отолиты, эти микрокристаллы соли попадают, начинают отлепляться от этой мембраны, начинают свободно плавать в преддверии этого аппарата. И если, допустим, какое-то провокационное движение, поворот, пациент повернул голову резко, то эти камушки могут спокойно отлететь и попасть в один из полукружных каналов. Так как этот канал заполнен эндолимфой, вот эти микрокристаллы или камушки попали в этот канал, и происходит движение вот, по каналу, получается. Mm-hmm. И наш организм воспринимает это движение как раздражитель, то есть как головокружение.
Попал этот камешек, пролетел, и у пациента возникло системное головокружение. Все закружилось, завертелось. Чаще всего это головокружение длится 20-30 секунд и само проходит, потому что вы, допустим, повернули голову, вам плохо, да? Вы же уже дальше ничего не делаете головой, вы не крутите ее разом, вы просто легли и лежите. И это головокружение проходит. Вот это нас называется настоящее, либо истинное позиционное головокружение. У него есть еще такое сложное название, мы его называем по-научному доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение. Так как канала 3, то чаще всего попадают вот эти камушки в задний полукружный канал. Иногда это может быть горизонтальный, иногда это может быть вертикальный. И какой плюс, положительный момент во всем этом, что эти камушки могут выйти сами. То есть, допустим, после сна вот пациент лег, и камушек сам назад вывалился из этого канала. Либо он резко повернул голову в другую сторону, либо еще какой-то момент там двигал головой, и камушек вышел. Все, то есть у пациента нет головокружения. Может ли повториться это головокружение, Сарень? Конечно, может. Потому что камушки спокойно вот эти микрокристаллы гидрокарбоната кальция плавают, и вероятность того, что повторно он залетит и опять возникнет та же самая ситуация, очень, где-то процентов 25-30 вероятность есть. А як швидко можна позбутися такого головокружения? Вот самое интересное, да, что вот в этом, наверное, весь драматизм вот этих головокружений, что иногда этого можно ликвидировать, этот процесс, буквально на приеме. Для этого существуют специальные способы лечения, специальные маневры. Доктор, который выполняет, владеет этой методикой, он должен разобраться, какой канал был поражен, и в зависимости от этого выполнить специальный маневр, упражнение на этот канал. У меня вот буквально был случай, буквально на прошлой неделе, когда пришла пациентка вот с таким головокружением. У нее резко возникало это головокружение системное, и при поворотах головы. И буквально на приеме, который я выполнил, это маневр Эпле, он называется в честь французского ученого, который его открыл. И после этого проведенного маневра головокружение у пациентки ушло. Буквально вот сразу она встала, и ничего не произошло. Мы ее опять положили в эту пробу, в которую у нее усиливало головокружение, это был поворот влево. И повторный маневр, то есть этот прием, уже ничего не вызывал. Но на самом деле это чудо. Ведь не нужно тратить деньги на большое количество лекарств, не нужно капаться в стационар, не нужно обследоваться и масса всего. То есть все это выявляется на приеме буквально путем осмотра, путем жалоб и такого специального отоневрологического обследования. То есть молоточком поводили. Это вся диагностика. Вся диагностика. Вот для этого головокружения, да. Поэтому очень важно знать эти головокружения, уметь их дифференцировать от сложных, которые опасны для нашего организма, и уметь, грубо говоря, делать вот эти маневры. А які захворювання можуть викликати головокружіння? На самом деле, і чи небезпечно це, от коли якісь захворювання викликають? Здесь треба розуміти, опять же, различные заболевания могут вызывать различные головокружения, как системные, так и несистемные. Я хочу напомнить, что вот за равновесие в нашем организме отвечает несколько систем. То есть это может быть и зрение, да, и когда у пациента есть какая-то проблема со зрением, с глазами, то наш организм нечетко воспринимает картинку и анализируя, понимает, что оценит как головокружение. То есть это может быть и, допустим, травма глаза, это может быть допустим, астигматизм или дальнозоркость. Также за равновесие отвечает мышцы ног. Поэтому как мы стоим, наклонены мы, идем мы. То есть это такое сложное, глубокая чувствительность, называется проприорецепция. И если, допустим, у пациента сахарный диабет, или он много злоупотреблял алкоголем, или у него есть дефицит различных витаминов, допустим, там фолиевой кислоты или В12, то у пациента нарушена вот эта проприорецепция, и мышцы ног неправильно воспринимают информацию. Это анализируется нашим организмом и тоже воспринимает как какую-то неустойчивость. Дальше. Это могут быть мышцы поясницы, это могут быть мышцы шеи. Я, по-моему, когда-то рассказывал, что вот эта большая такая грудино-ключично-сосцевидная мышца, она отвечает за ощущение равновесия головы в пространстве. И если она спазмирована, она перегружена, так называемый миофасциальный болевой синдром, то пациент тоже может ощущать головокружение, неустойчивость. Это не то классическое, о котором я говорю, но какая-то шаткость, какая-то неустойчивость. Даже тревога, даже депрессия воспринимаются вот как какое-то головокружение. Это может быть, допустим, при анемии, при железодефицитной, да, когда вот не хватает железа в организме, при том, что гемоглобин у пациента может быть абсолютно нормальный. То есть причин на самом деле очень много. И
на неврологическом осмотре мы можем понять и, если нужно, направить на какое-то обследование. Если нет, как я уже сказал, проведя репозиционные маневры, мы можем пацієнта вилічити за один раз. Угу, зрозуміло. Ну а які ж, власне, головокруження є небезпечними? Що з ними робити? Таким опасным головокружением может быть, конечно же, головокружение при инсульте. Да? В нашем организме инсульт может возникать и давать головокружение при поражении ствола головного мозга и при поражении мозжечка. И у таких пациентов тоже возникает головокружение. Но чаще всего такое головокружение сопровождается другими неврологическими поражениями в зависимости от того, где расположен очаг. Mm-hmm. Это может быть двоение перед глазами. Это может быть нарушение глотания, может быть дисфония, гнусавый голос, так вот необычный такой. Это может быть онемение половины туловища, либо слабость руки и ноги на одной стороне, либо на другой стороне. Это может быть, что еще? Ну, вот эти, вот это самое главное. Ну и, конечно же, шаткость, координаторные нарушения. То есть, опять же, доктор на приеме это все видит. Просто нужно смотреть все симптомы и оценивать их одновременно, а не только там у пациента головокружение, и все, мы на этом акцентируемся. То есть, если есть эти жалобы, сразу понятно, что пациента на МРТ, и дальше уже верифицировать как инсульт, ложить его в стационар и заниматься им профильно. Угу. Пане Валерію, у нас є повідомлення в Вайбері. Пан Кирило запитує. Здравствуйте. Год назад возникло головокружение, все кружилось, как на карусели. Была рвота, неделю не вставал, а потом прошло. Сейчас осталось легкое головокружение и шатает при ходьбе. Хожу как по волнам. Что мне делать? Тут, конечно, сразу так трудно сказать, но мы можем с вами предположить, что если у пациента возникло остро-вращательное головокружение, никаких жалоб больше не было, все это длилось несколько дней, мы можем предположить о вестибулярном нейроните. Это тоже такое аутоиммунное заболевание. Оно чаще всего возникает после перенесенной, допустим, острой вирусной инфекции. Некоторые пациенты говорят, что и после ковида сейчас бывают такие состояния. То есть нарушается проводимость, неправильно воспринимается информация нашими вестибулярными ядрами, и вот возникает вот это вестибулярное истинное головокружение. Оно со временем проходит. Кстати, вот буквально у меня пару дней назад была опять тоже такая пациентка. У нее возникло это ощущение остро, и в течение недели она потихоньку восстанавливалась. Но, конечно, еще не восстановилась. И вот у таких пациентов нарушается вот истинное головокружение, проходит, но остается вот эта неустойчивость. Mm-hmm. Они как на волнах ходят. Вот тут можно назвать это такой уже, помимо всего этого, возникает чувство страха. Пациенты боятся ходить, они думают, что их настигнет это ощущение в любом открытом пространстве, у них возникает чувство страха, тревоги. И очень важно с этим разобраться. Помимо того, для реабилитации есть такое понятие вестибулярная реабилитация. Mm-hmm. То есть не только медикаментозная терапия. Я думаю, наш пациент пропил все лекарства, которые были назначены доктором, да, и осталось вот это чувство. То важно заниматься вестибулярной реабилитацией. Это те упражнения, которые человек может делать дома сам. Да? Вот что я могу порекомендовать такого самого простого? Да? Взять свой палец, зафиксировать взор и крутить головой, не отводя взор от пальца. Угу. Вы делаете вначале это медленно. Вверх, вниз, в стороны. Потом потихонечку ускоряетесь. То есть вот эта реабилитация направлена на адаптацию изменениям, которые происходят, и выработке правильного стереотипа, и организм уже правильно воспринимает всю эту информацию. Ну и, конечно, такое заболевание не лечится вот этими маневрами, о которых я говорил. Здесь длительный прием препаратов и вот эта гимнастика. То есть, в принципе, все это лечится, но надо правильно разобраться в диагнозе и дать правильные рекомендации. Угу. Продовжимо запитання від глядачів, бо їх тут прийшло немало. Марк запитує, мой дедушка 75 лет, болеет паркинсонизмом, и у него после вставания с постели часто кружится голова. Как ему помочь? Ну, при паркинсонизме головокружение бывает очень часто. Это связано с поражением вегетативных структур и проявляется ортостатической гипотензией. Что такое ортостатическая гипотензия? Это снижение давления. Вот это чаще всего бывает у пациентов, в том числе с болезнью паркинсона. То есть человек лежит, резко встал, у него на 20 мм, 15-20 происходит падение артериального давления, и он ощущает это как какое-то головокружение. Какая-то дереализация, да, некомфорт.
И ему вот это чувство он воспринимает как головокружение. Поэтому, да, при болезни Паркинсона это довольно-таки частое явление. Что здесь нужно в данной ситуации? Во-первых, разобраться с самой болезнью. Возможно, увеличить дозу препарата, который пациент принимает. Также эффективны чулки, которые на нижней конечности, которые будут сжимать вены и влиять на венозный отток. И пить большое количество жидкости. Ну и, конечно же, найти вот правильного доктора, который занимается прицельно болезнью Паркинсона. Кстати, могу вам посоветовать, в областной больнице есть прекрасный доктор, который занимается этой проблемой, это Ворожко Татьяна Анатольевна. Вот кому нужна помощь, обращайтесь, я думаю, с болезнью Паркинсона она поможет. Ну и вы сказали про то, что когда ты встаешь и начинается головокружение, мне кажется, с тем рано или поздно стикався кожен. А что это может означать? Чему так виникає? Просто через то, что идет перепад тиску? Перепад давления может быть. Может возникнуть вот это головокружение, о котором я рассказывал позиционно. Это очень часто бывает. Тобто за собой воно може не нести ніяких там наслідків страшних? Нет, може абсолютно не нести. Но опять, если, допустим, помимо вставания возникает головокружение, оно может усиливаться при чихании, при кашле, при еще каких-то там натуживании, даже в туалете, да, конечно, нужно обращаться к невропатологу и делать МРТ. То есть тут может быть какая-то еще другая причина. Все-таки краще перевірити. Конечно. Продовжуємо запитання. Невідомий, не підписаний автор запитує. Доброго дня. Скажіть, чи може жіночий цикл впливати на виникнення періодичного головного болю та головокружіння? Раз у місяць під час циклу є все те, що ви описали. Високий тиск, кривота, тошнота, головний біль та головокружіння. Дякую. Интересный вопрос. Чаще всего эта ситуация возникает у пациентов с мигренью. Ну, по-моему, мы с вами об этом уже говорили, да, что вот когда у женщин перед менструальным циклом происходит падение эстрогенов и возникает мигрень. Но в научном мире описано такое интересное заболевание, как вестибулярная мигрень. То есть помимо головной боли, бедным женщинам приходится еще вот получить дополнительно в такой, да, нехороший бонус, это еще и головокружение. То есть это мигрень, ассоциированное головокружение. То есть такое состояние, которое сопровождается и мигренью, и головокружением вместе. Поэтому, конечно, как и для лечения самой мигрени, да, за несколько дней можно принимать препараты, которые будут купировать мигрень. А если, допустим, еще возникает головокружение, то есть специальные препараты, я уже о них рассказывал, это триптаны. То есть если вы чувствуете, что началась перед циклом головная боль и головокружение, вы сразу выпиваете эту таблетку, не дожидаясь пика и интенсивности головной боли, и этот приступ обрывается. То есть ждать не надо, это не инсульт, это не какая-то мозговая катастрофа, это частое состояние, которое называется мигрень, ассоциированное головокружение. Это можно как-то вылечить? Мигрень невозможно вылечить, ее только можно взять под контроль, либо как-то профилактировать вот таким способом, как я рассказал. Либо, если, допустим, если это только, допустим, раз в месяц, то вот можно таким способом. Если это частая ситуация, конечно, нужно принимать профилактическую терапию. Это специальные препараты, которые будут урежать частоту мигрени. Ну, а так как не будет мигрени, то и не будет головокружения. Зрозуміло. Продовжимо наші запитання від глядачів. Запитує пані Анастасія. Здравствуйте, Валерий Александрович. Последние несколько месяцев часто кружится голова, независимо от времени суток и положения тела. Длятся они от 10 минут до нескольких часов. При этом вначале темнеет в глазах секунд на 10 примерно. В таком случае стараюсь лечь, но не всегда могу, так как иной раз приводит к ухудшению и чувству, что я куда-то падаю. Стараюсь быть спокойной, но пульс учащается, при этом двоится в глазах. Что в таком случае делать? И к кому идти с этим? Сложный вопрос, конечно. Но давайте попробуем разобраться. Все, что описали, возможно, я могу предположить, что когда-то у пациентки возникло вот такое системное головокружение, о котором я рассказывал. И она могла на нем зафиксироваться, могла о нем, допустим, забыть, могла. И вот это чувство страха осталось. И вот то, что она описывает, вот это все головокружение, куда-то проваливаюсь, плюс вегетативные проявления, да, это сердцебиение, повышение давления, все это связано с патологией вегетативной нервной системы и связано, могу предположить, с тревожным расстройством. То есть есть такое головокружение, которое возникает после перенесенного стресса, после
тех же вот этих вестибулярных нарушений, о которых говорил, при депрессии, так называемое психогенное головокружение. То есть оно часто возникает у пациентов стоя. Оно сопровождается чувством страха, тревоги, паники. Оно может возникать при нахождении в открытом пространстве, да, когда много людей. Оно проявляется дурнотой, оно длится постоянно. При осмотре мы обычно не находим никаких жалоб, у них чистая МРТ, у них неврологически ничего нет. Препараты, кстати, тоже обычно не помогают. И вот здесь эффективны только антидепрессанты, либо вот вестибулярная гимнастика, о которой я говорил, либо когнитивно-поведенческая терапия, то есть работа с психотерапевтом, который должен вот разобраться, что вызвало это, что вызывает головокружение, и попробовать поменять установки пациента. Это очень действенно, это работает, ну и в плане доказательности имеет высокий уровень. Тобто не завжди головокружение может быть викликане только физическим якимись змінами, так, а психологічним теж до цього приводить. Психологическое головокружение стоит на втором месте по частоте встречаемости. Угу. Самое такое, знаете, смешное или интересное, то, что это головокружение может сопровождаться и позиционным головокружением, о котором я уже рассказывал сразу. То есть у пациента может быть и вот это психогенное, и при поворотах головы, да, которое возникает. Это может быть при других заболеваниях, при болезни Меньера, при вестибулярном нейроните. И вот масса проблем. И одно сочетается с другим. И вот иногда доктору очень сложно дифференцировать на самом деле, что является причиной этого заболевания. Ну, мы стараемся. Кстати, да, я хочу сказать, что мы сейчас в последний месяц в своей клинике проводим марафон по головокружениям. Поэтому если я приглашаю всех пациентов, каждый день я консультирую по одному пациенту бесплатно, с различными способами, видами головокружения, и пытаюсь им помочь облегчить участь, там, выполнив этот маневр, да, или дав упражнение на гимнастику, или при необходимости назначив какое-то необходимое лечение. Поэтому, если у вас есть головокружение, приходите, я буду рад вам помочь. Можно позвонить по телефонам 067 или 095 290 96 96 и записаться на прием к нашему администратору. Только обязательно скажите, что вы по поводу головокружения, чтобы наш администратор специально выделила для вас время, потому что иногда и часа не хватает, чтобы разобраться с этой, многолетней проблемой. Поэтому буду рад помочь, приходите. Пропоную еще раз, трохи повільніше повторити номер телефону, щоб люди почули. 067, либо 095-290-96-96. Дякую. У нас є ще одне цікаве запитання від глядачів. Пані Анна запитує. Добрий вечір, Валерій Олександрович. Скажіть, будь ласка, якщо у донечки 11 років крутиться голова, часто при цьому нудота та хитає сильно, що робити? У девочек очень часто может быть старт вот головокружения. Если у девочки уже начались месячные, то это может быть связано вот с началом заболевания. Либо связано с железодефицитной анемией, либо с латентным железодефицитом. Поэтому обязательно нужно сдать анализ на общий анализ крови, на ферритин. Это уровень, который показывает содержание депо железа в крови. И посмотреть, что здесь может быть нарушено. Вот это самое главное, чтобы я порекомендовал сделать. Перед тим, як звертатися до лікаря, конечно, так? Да. А які взагалі, до якого лікаря варто звертатися з проблемою головокружіння? Звісно, цим займається невропатолог, це його парафія, і, як ми вже говорили, що це вторая по частоті зустрічаємості жалоба на неврологічному прийомі. Тому тільки врач-невропатолог. Звісно, є таке цікаве сочетання, врач-отоневролог, але офіційної медицині такого немає, це просто признано в наших узких кругах. Тобто чоловік, который прицельно занимается головокружением, которое связано с поражением вестибулярного либо невестибулярного аппарата. А як взагалі відбувається лікування? Наскільки воно може бути довготривалим, чи, можливо, є якісь різні методи лікування? Допустим, если это позиционное головокружение, то мы можем убрать эти камни в течение одного сеанса. Да? Если, допустим, рецидив, пациент сам пришел на прием, и мы это все повторили. Если, допустим, это вестибулярный нейронит, либо вот те заболевания, которые сопровождаются истинным вестибулярным вращательным головокружением, то иногда реабилитация занимает 2-3 и больше месяцев. Если это психогенное головокружение, это может быть до года и больше. Если это, допустим, неустойчивость, либо
алкогольное поражение, либо диабет вот, является причиной, то сколько есть само заболевание, столько есть и головокружение, вот эта неустойчивость. Я хочу сказать, что очень часто головокружение связывают с различными заболеваниями центральной нервной системы в плане патологии сосудов. Да? Все говорят, надо прокапаться. Так вот, сосуды, ну, скажу так грубо, сосуды, являются очень редко причиной настоящего головокружения. Поэтому нет смысла связывать головокружение с патология сосудов. Также и с шейным остеохондрозом тоже. Все считают, что это позвоночная артерия, что ее нужно вправлять, крутить, там что-то еще. Нет. Это тоже крайняя ситуация, которая на самом деле бывает очень и очень редко. Поэтому табу. Угу. А як відбувається сама діагностика? Прийшов до вас пацієнт, жаліється на те, що в нього крутиться голова. І що відбувається прежде далі? Всего, надо понять, вращательное ли это или невращательное головокружение. Послушать его жалобы, анамнез, как это развивалось, сколько это длилось. И специальный неврологический осмотр. Мы обычно смотрим нистагм, то есть я молоточком вожу с глазами и наблюдаю, есть ли колебательные движения. Чаще всего при вестибулярном не страшном, да, не опасном головокружении бывает горизонтальный нистагм. Но если мы видим вертикальный нистагм, это уже показание к МРТ и поиску других заболеваний. Это различные повороты пациента. То есть, если я знаю, что у пациента при повороте вправо будет головокружение, я сознательно его положу в эту позицию, чтобы получить это головокружение. И тогда у пациента возникают характерные изменения. Допустим, у них специальный нистагм. Когда я вижу этот нистагм, я понимаю, что у пациента позиционное головокружение. Это могут быть там пробы со встряхиванием головы, это координаторные пробы. Мы все помним, да? Попадите пальцем в нос. Иногда пациент приходит, садится и сразу начинает это делать. Потому что это самое простое, что осталось в памяти, это осмотр невролога. Вот. И вот путем таких нехитрых, но важных наблюдений мы делаем выводы. Периферическое – это головокружение, либо центральное. И в зависимости от этого лечь. А чи може, наприклад, їжа викликати або посилювати головокружение? Да, может. Это связано с поваренной солью. Если у пациента есть болезнь Меньера, это такое тоже тяжелое заболевание, оно прогрессирующее и сопровождается, помимо головокружения, шумом, либо чувством распирания в ушах, либо снижением слуха, то можно подумать о болезни Меньера. Что это такое? Вот эти полукружные каналы, о которых я рассказывал, там находится эндолимфа. И вот когда ее большое количество, она, гиперпродукция ее возникает, она распирает, раздражая вот эти волоски, которые находятся в полукружных каналах, то у пациента есть вот эта болезнь Меньера. К сожалению, она лечится тяжело. И самым главным лечением ее является исключение поваренной соли. То есть натрий притягивает воду. Поэтому мы должны убрать то, что будет способствовать накоплению жидкости в этих полукружных каналах. Поэтому соль сразу исключаем и даем специальные мочегонные, которые тоже выводят натрий из организма. Зрозуміло. І я пропоную вам сказати декілька корисних порад нашим глядачам, власне, як берегти себе від головокружіння в домашніх умовах, або ж як собі допомогти, коли це вже виникло. Якщо це виникає, да, допустимо, якась первична ситуація, коли у вас такого не було, панікувати не стоит. При таких ситуаціях можна прийняти таблетку метоклопрамида, це противорвотне, тому що у таких пацієнтів завжди, помимо головокружіння, є сильні позиви на рвоту, тошноту, да? І от випити ту таблетку. Метоклопрамид, либо царукал по-старому. Он немножечко уменьшит тошноту, и мы можем понимать, если, допустим, головокружение ушло вообще после этого, мы можем подумать о позиционном головокружении. Если это сопровождается и есть те симптомы, о которых я говорил, двоение перед глазами, там, слабость в руках, ногах, нарушение глотания, нужно вызывать скорую, конечно. Но если у вас возникли вот такие простые позиционные головокружения, есть такое легкое упражнение, называется Брандаров. Это ученые, которые его изобрели. Вы поворачиваете голову 45 градусов и, держа голову в такой проекции, ложитесь на противоположную сторону. И так лежите минуту. Потом сели, посидели ровно, повернули голову в другую сторону и легли.
противоположную. И вот так 5 сторон, 5 раз в одну сторону, 5 раз в другую сторону. 20 дней делайте, это есть в рекомендациях. И вот если, допустим, у вас есть какие-то отолиты в полукружных каналах, вот путем таких нехитрых упражнений самостоятельно дома вы можете их убрать. И тогда рецидивов больше не будет. Чудові практичні поради. І пропоную на фінал все ж таки знову-таки нагадати про вашу акцію і номер телефону. І на цьому завершимо ефір. А телефон наш 067 либо 095 290 96 96. Ми приглашаємо ежедневно по одному чоловіку в день на безплатний прийом всіх пацієнтів з головокруженнями. Якщо вони виникають при поворотах голови, якщо сопровождаються зниженням слуха, либо шумом в ушах, либо якщо є чувство, як будто плавання, шаткості при ходьбі, приходіть, попытаемся вам помочь и разобраться в вашей ситуации. На цьому ставимо крапку в нашому ефірі. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися із невропатологом-вертебрологом, мануальним терапевтом Валерієм Олександровичем Євдокимовим про головокружіння та нестійкість. Дякуємо, шановні глядачі, що ви сьогодні були неймовірно активними. Сподіваємось, що поради нашого лікаря вам знадобляться. На цьому це все. Зберігайте спокій. До побачення.